Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by. В этом видео хотелось бы запустить, пускай достаточно таки нишевый и непопулярный по-любому у нас проект Tales of Berseria, но в том числе это навяк, это бесплатно доступна демка. Что это такое? Станьте Вельвет, в прошлом любящая и добрая девушка, в сердце которой теперь пылает ненависть. То есть здесь это такая японская РПГ, то есть ролевуха такая с няшными девками, пацанами и все дела, как я понимаю. Ну сейчас почему решил запустить, потому что совершенно бесплатно доступна демка, сама игра выйдет в конце этого месяца, января. Поэтому все те, кому нравится, можете заценить. Напомню, в игре будет Денуву, так что такие дела. Но мне что-то показалось, почему бы не запустить. Потому что, возможно, кому-то нравится. Да, я уверен, много кому нравится аниме и вообще такая стилистика, поэтому можете бесплатно зарубиться. Итак, минималки. Двухъядерный прод, всего лишь два оперативки, видеокарта уровня 9800 GTX или 4850. То есть очень слабенькие карты даже. Вообще на стареньких ПК пойдет. Ладно, давайте запущу, хотя бы посмотрим, что она представляет из себя. Так, кстати, запускаю на слабом ПК Проц AMD FX6300, 6-ядерный, 6 ядер, но 2 ядра отключил, чтобы получить 4-ядерный прод, 4 оперативки, 10 гиг файл подкачки, видеокарта GTX 550T. Все, давайте. А, ну секундочку. Значит, вот на этой карте запускаю. Вот все, что лучше, все, что хуже, аналоги от Радеонов, встроенные карты. В общем-то, данная табличка будет по ссылке в описании. Настройка слабого ПК для игр. Все, в общем-то, давайте все отрубаю. Захожу, посмотрим немножко по-быстрому, потому что я уверен, что кому-то да будет интересно. Погнали. Так, ну что, вот я в игре, давайте сразу настройки. Я... А, что-то они сбились, странно, вроде бы врубал 1120 на 1080. Так, здесь, в общем-то, все почти на высокое поставил. Но единственное, SMA, давайте все-таки FX пока врублю сглаживание. Так, и, в общем-то, по настройкам где-то... А, это прорисовка, ладно, пускай фиг с ней. Так, и, ну, в общем-то, норм. Так, сохранить и назад. Ctrl, секунду. Но она как-то немножко нестабильно работает, если честно говоря, секунду. Странно, в общем, вроде бы ставлю как положено, но в то же время вот Ctrl сохранить и назад и просто выкидывает из игры. То есть почему? Для меня пока загадка. Ладно, буду играть пока на том, что есть. Хорошо, давайте захожу в игру, посмотрим, что там да как. Так, ну что, я в игре. Так, секунду. Значит, ну такой вот графен, в общем-то. Ну, такой вот графен, да, простенький, но приятный, няшный, ну, как и приурочено, так сказать, к японским JRPG. Здесь, в общем-то, графен фактически почти на максимум. Ну, ладно, средний-высокий, так скажем, там что-то странно с настройками, не применяется, блин, выбрасывает из игры, непонятно. Но, конечно, все те, кому нравятся такие вот японские RPG, то можете гонять. О, кстати, тут есть два режима, сценарный и режим боя. Так, как атаковать? Секунду, что это? Выйти, подтвердить, кого взять, кого выбрать? Давайте эту... малявку. Как атаковать? Чем атаковать? Непонятно пока. Что делать? Ничего не получается. Так, по мониторингу игра, конечно же, очень нетребовательна. На низких, на минималках. Ну, вот у меня 50 кадров показывает на средне-высоких. Поэтому все те, кому нравится такая вот стилистика и такое вот направление, игровое направление, то можете сейчас совершенно бесплатно затестить демку. Она, скорее всего, будет небольшая. Как всегда, на чуть-чуть. И... Так, чуть-чуть... Куда, что тут еще делать? Оперативки 1.5 жрет, 2.5 с файлом подкачки. Поэтому, если у вас меньше 3 гигабайт оперативки, обязательно ставьте файл подкачки. Так, ну 50 кадров, в общем-то. Я, честно говоря, даже не знаю, куда тут делать, что и бежать, и оружия никакого нету. Что-то тут... А, ну это режим боя. Ну ладно, давайте я подойду к этому цветку. И что тут, что? Ну вот я подошел, что ты мне будешь? Обучение основам боя. Окейушки, привычки. Приучить душ может взять комбо-атаку. Если душ стоит красным, ваша атака будет отражена. Ну, короче, такие вот дела. По большому... Ох, ничего себе, это зарубы. Вот здесь уже поинтереснее становится. Давайте. Нажимайте и вообще для комбо из 3 ударов. Окей. Ох, ничего себе. Так. Так. Странно немножко, если честно говоря.
Так, красный. Ну, в общем, нужно комбо тут просчитывать, выдумывать, смотреть. В общем-то, это понятно. Ладно. Ну, такие дела. Не буду затягивать этой игрой. Не думаю, что она будет слишком сейчас интересна кому-то. Все, если кто хочет, в Steam бесплатно можете демку опробовать. Все, на этом пока, даже на слабых и суперслабых ПК. На этом пока все, с вами был Алекс, не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК, там можете предлагать свои игры на тест, аккаунт и вообще что-то спрашивать, рекомендовать, советоваться. На этом пока все, с вами был Алекс и задримписи.бай. Спасибо за просмотр.